50 лет в ожидании прошло, ты в пути, ты все ближе ко мне. Чтобы в пути тебе было светло, я свечу оставляю в окне. Лет в ожидании прошло, ты в пути, ты все ближе ко мне. Ты поборешь всемирное зло, я свечу оставляю в окне. Последнее упоминание о дальнейшей судьбе Кончиты мы находим в путешествиях вокруг света Отто фон Коцебу. Коцебу дважды заходил на Аляску и посещал Калифорнию в 1816 и в 1825 годах. Коцебу пишет, что доходившим до Кончиты отрывочным сведениям о смерти Рязанова, неподтвержденным подробностями, она долго не верила и продолжала жить надеждой на скорое возвращение жениха, но годы шли, а Рязанова не было. Лишь в 1842 году английский путешественник сэр Джордж Симпсон, посетив Сан-Франциско, сообщил 52-летней Кончите точные сведения. Где и при каких обстоятельствах погиб выдающийся русский путешественник, граф Николай Петрович Рязанов? Только тут Кончита окончательно поверила в его смерть и дала обет молчания на оставшиеся годы. Кончита ждала Рязанова. Тридцать пять лет.